Связь с организованной преступностью. Журналисты BBC уличили в этом Геннадия Труханова. В расследовании городской голова упоминается вместе с одиозными одесскими предпринимателями Александром Ангертом и Николаем Фомичевым. СМИ и правоохранительные органы ряда стран неоднократно называли этих людей мафиози и организаторами крупной международной группировки, занимающейся торговлей оружием. BBC ссылается на документы райского досье, которые касаются офшорных компаний. Их вывод: Ангерт и Труханов не просто друзья, но и деловые партнеры. В частности, мэр Одессы имел крупную долю в 4 офшорных фирмах, которые связаны с упомянутыми бизнесменами. С этим материалом связан инцидент в конце марта. Охранники Труханова вытолкали сотрудника BBC Энди Верити, когда тот пытался спросить мэра о якобы принадлежащей тому квартире в Лондоне. Mr. Truhano, you're using London to launder dirty money.